С сегодняшнего дня граница между Россией и Грузией закрыта для путешественников из-за угрозы коронавируса. По данным пресс-службы грузинского правительства, передвижение граждан двух стран временно приостановлено. При этом отмечается, что мера не распространяется на тех граждан России и Грузии, которые захотят вернуться в свои страны. Ограничения не коснутся и грузовых перевозок. К настоящему времени в Грузии зафиксировано 30 случаев заражения коронавирусом. Один заболевший выздоровел, сообщает ТАСС.